работать с вашими собаками. Спасибо, что вы с ними занимаетесь. Значит, начинаем награждение с первого конкурса. Так, я передаю микрофон судье наших соревнований. Ну, хочу сказать, что все сегодня молодцы. Выступили очень достойно все. Спасибо вам. Но хочется отметить самых лучших. В первом конкурсе третье место занимает Корчевская с собакой Джек. Второе место Ефимова с Тузиком. И на первом месте в первом конкурсе у нас Родичкина с Гаем. Значит, первый приз выбирает первое место. Молодец, какой ребенок! Ну, лица теперь веселее у всех. У всех сделайте животным веселые лица, молодцы. Улыбаемся. Кубки выше. Собак целуем, молодцы. Вот, некоторые уже из кубка употребляют. Так, и приступаем ко второму конкурсу. Молодцы. Во втором конкурсе третье место заняла Щепотина с собакой Никсон. Какой конкурс? Второй. Второй. Второе место заняла Родичкина с собакой Бамс. Лежать. Бабочка. И первое место Шевченко с собакой Джоли. Вау, Дарина. Молодцы! Кубки выше, улыбайтесь, улыбнитесь, вот так, хорошо. Молодцы! И следующий конкурс. И в третьем конкурсе по поиску третье место заняла Корчевская с собакой Джек. Супер! Ай, браво! Зовет. Мама, я здесь. Второе место заняла Шевченко с собакой Джоли. И на первом месте Бочарова с собакой Дина. Я сейчас. Я и вас заодно сниму. Улыбайтесь, девчонки! В незачетном конкурсе в охране места четвертое место занял Хасан Абдурахман. Третье место Нюша. Где Нюша? Второе место Бамс. Вот старичок выдает, да? И на первом месте Джоли.
Все посмотрели. Особо отметить хотелось бы сегодня самого молодого участника наших соревнований, Катю. Катя, подойди, пожалуйста. Тринадцатое место занимает Ионова с Хасаном. Подсказывай. Он откуда знает? Молодцы! Ура! Молодцы! Поздравляем. Это пассивно. Где наша черепашка? Значит, у нас участники награждаются подарками фирмы «Агровед-защита» компании и медалями с логотипом этих соревнований. Светлана с Хасаном разработала логотип этих соревнований специально к этому конкурсу. Почетное 12-е место занимает Бочаров с Мартой. Вот и да. 11-е место Филиппова и Циля. 10-м месте Дмитриева и Найда. На 9-м месте Щепотина и Никсон. Можете не уходить, на 8-м месте Нюша. Сегодня у нас 2 7-х места. И это Соловьева с Машей и Сюкалова с Джерри. Молодец. На 6-м месте Бочарова с Диной. На 5-м месте Ефимова с Тузиком. На 4-м месте Родичкина и Бамс. Ну возьми с собой сразу, да и все. Который самый большой. И к пьедесталу приглашаются на 3-е место Корчевский и Джек. На 2-е место Родичкина и Гай. Молодец. И на 1-е место приглашается Шевченко с Жали. Ура! Ура! Молодцы, молодцы! Она молодец. Ну, как выяснилось, у природы нет не то, что плохой погоды. С погодой сегодня повезло, и породы тоже. Так что, спасибо, так что я считаю, что нам сегодня очень повезло. Спасибо. Во всех отношениях. Да, спасибо, что приехали. Спасибо, что готовите своих собак. И эти соревнования были значительно лучше, чем те по подготовленности собак. Молодцы.
чувствуешь? Если в прошлый раз были масса упражнений, с которыми с трудом справлялись, то, в общем-то, сегодня все было отлично. Я думаю, что если все это не затихнет, если вы будете дальше продолжать тренироваться, то мы на следующий год также проведем эти соревнования. Да, готовьтесь, любите своих собак. Спасибо вам огромное. Наши поздравления победителям. И все остальные, вы не хуже, готовьтесь, в следующий раз вы их сделаете. Все, всем удачи. Спасибо. Марина, спасибо за организацию.